Это время чанта мира. Для того, чтобы воцарился мир внутри нас, а также мир вокруг нас. Чант также называется мантрой, что означает «инструмент для успокоения ума». Когда мантра проговаривается вслух, шепотом, про себя или записывается, это успокаивает шум мыслей. Проговаривание мантры и создание благородного намерения генерирует мощное позитивное поле вокруг вас и привлекает ситуации, воплощающие ваши сердечные намерения. Сегодня мы будем проговаривать мантру, чтобы создать вибрации мира внутри себя и вокруг нас. Эта мантра «Шантир Бхавату», что означает «Да пребудет мир». Вы сделаете глубокий вдох и на выдохе произнесете эту мантру. Плавно закройте глаза. Направьте свое внимание на пустое пространство в области лба. Удерживайте там свое внимание, проговаривая мантру вместе с нами. Shantirbhavatu 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 А сейчас почувствуйте, как эта энергия мира излучается на всех людей, окружающих вас. Shantirbhavatu 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 Shantirbhavatu
Шантир-бхавату. 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 Давайте сейчас погрузимся в состояние тишины и впитаем в себя энергии мира. Вы можете открыть глаза, когда пожелаете.